Сегодня мы идем на Нисерос, к вулкану. На таком вот кораблике. Добро пожаловать на остров Нисерос, на вулкан. Мы уже находимся на вулкане, да, уже приплыли на вулкан. Сейчас мы с вами едем в кальдеру острова. Дорогие друзья, прямо на холме Мозаичный лик Богородицы. Посмотрим, перед нами Богородица пещерно нас приветствует на остров Нисерос. Итак, сейчас мы с вами отправляемся в большую кальдеру. Наше путешествие займет примерно 20 минут. 20 минут мы сейчас будем подниматься до самой высокой точки, краю кальдеры. Потом спускаемся вниз с автобусом на дно этой кальдеры. И там уже на дне образовались маленькие гидротермальные кратеры. Потом уже пешком, кто желает, может спуститься в самый большой кратер. Но маленький островок, представьте, что диаметр всего острова, он круглый, практически круглый. Диаметр всего острова 8 километров, а диаметр большой кальдеры, которая находится в середине, 4 километра. То есть половина острова, это большая кальдера, это как остров Чашка, Нисерос. Итак, примерно 42 квадратных километра площадь Нисероса. И тут проживают примерно 1000 человек, даже меньше, чем 1000. По последним переписам 948 человек живут на этом острове. Большинство живут именно в столичном городе, это Порт Мазраки, куда мы с вами приплыли. Но есть еще три деревушки. Есть деревушка Пали, набережная. И есть еще две, которые расположены на краю кальдеры, Эмбурьос и Никян. Когда мы будем внутри кальдеры, их видно. Итак, есть очень интересные версии, почему так Нисерос остров называется. Вот одна нам расскажет, что может Нисерос означает новый остров, потому что представьте, что другие острова Эгейского моря образовались примерно 5 миллионов лет назад, очень давно. А Нисерос совсем недавно, прошло только 160 тысяч лет назад. Ну, может, для нас это очень давно, но по геологическим меркам это практически недавно, это новый остров. И то есть Нисерос, то есть Нео это новый, Сиро это тащу, то есть притащили новый остров. Можно так объяснить, может и объяснить, как Кисерос по-древнегречески означает пемза. И может со временем первая буква К поменялась на Н, произошло слово Нисерос. Раньше очень много пемзы добывали на этом острове, но сейчас уже не добывают тут, а на соседнем острове. Наверное, вы обратили внимание, когда мы путешествовали, плыли, соседний остров вот сейчас с левой стороны, посмотрите, очень красивый вид, как будто два островка,
который соединяется маленькой перешейкой. Это один остров, это остров Яли. Яли по-русски переводится «стекло». Так его назвали, потому что на темной части острова там добывают обсидиан. Обсидиан – это вулканическое стекло. Вот я вам передам, посмотрите, как выглядит этот материал, вулканическое стекло. Представьте, что еще с 4-го тысячелетия до нашей эры на этом острове жили люди, добывали обсидиан, из него делали оружие, ножи делали, до сих пор хранятся в археологическом музее острова. Сейчас обсидиан используют как дополнительный материал для бетона, в строительстве используют. Это на темной части, а на светлой части, видите, разработки там ведут, там добывают каменную пену. Вот, передайте, это очень вам известно, это пемза, да? Добывают пемзу. Разработки пемзы начинаются примерно в 50-60-х годах на острове. И посмотрите, половина острова уже раскопали. То есть, если так продолжат разработки пемзы, через 50 лет остров Яли, с одной стороны, будет плоский остров. Но это основной доход Нисируса, разработки пемзы. Зато на этом маленьком перешейке там проживают и местные жители, примерно 20 человек, которые живут круглый год и работают там на разработках. А другой маленький круглый островок, видите, с левой стороны, это остров Стронгили. Стронгили переводится круг. То есть круг, стекло, Нисирус можно перевести, пемза. Вот как-то так назвали эти острова. Представьте, когда-то этот остров был конус, и осталась чашка. Помните, я вам говорила, что диаметр всего острова 8 километров, а диаметр кальдеры большой 4 километра, то есть половина острова занимает кальдера. Итак, после последнего извержения 15 тысяч лет
вулкане. They come crashing in. Will we start?